В минувшую субботу, 9 сентября, когда весь Минск праздновал День города и 950-летие, в столичном торгово-развлекательном центре Е-Сити по улице Денисовской, 8, состоялся розыгрыш призов 41-го тура игры «Удача в придачу». Стали известны имена очередных счастливчиков, обладателей денежных призов, 3 автомобилей и 21-й столичной квартиры в престижном районе Минска. Совсем скоро здесь, на Местровской 3, поселятся новые жильцы. Именно в этом доме уютный апартамент от Евроопт выиграла семья Елисеевых из Гомеля. И прямо сейчас на ваших глазах им будут вручены заветные ключи. В кошельке последние 10 рублей. До зарплаты еще 2 дня, но они решают сделать покупку. Самую важную покупку в жизни. С единственным игровым кодом они побеждают в 41-м туре игры «Удача в придачу». Совершив доброе дело во благо семьи, становятся полноправными владельцами 21-й квартиры в столице от Евроопт. Буквально накануне у нас случилась такая небольшая история с родителями моего мужа. Отец попал в больницу. Нам вот пришлось как-то что-то помогать по продуктам. Мы пошли в Европу, купили продукты, отнесли маме. В итоге, в общем, мы даже и не предполагали, что такое может быть. Первое впечатление просто произвел. Вау! Просто красота, все под боком, шаговой доступности. 41-й тур игры «Удача в придачу» помог найти хозяев и для этих красавцев иномарок. Среди них оказалась и минчанка Ирина Солоница. Мы вообще, в принципе, играем с первого тура. Вот. Поэтому, конечно, верили и очень надеялись и ждали, когда. И вот, наконец, это когда наступило. Мне машина очень понравилась. Я хочу на ней поехать на море. Нина Ежова из Орши Витебской области никогда не водила автомобиль. Держала руль в руках лишь любопытства ради. Вот и выигранный Рено Каптур небесного цвета, скорее всего, достанется внукам. Знаете, эмоции переполняют. Я не могу. Мы все в шоке, вся родня, как говорится, и соседи. Просто не верится. Но сейчас уже, вот когда сижу в автомобиле, сейчас верится, что да, автомобиль наш. Третий внедорожник выиграла любительница онлайн-шоппинга Анастасия Островская из агрогородка Полуши Гродненской области, которая покупает продукты исключительно через Е-доставку. У нас в основном доставка, нам это удобнее. Вот она нам и привезла эту удачу, этот шикарный приз. Вкус победы в прошедшем туре игры «Удача в придачу» почувствовали и 200 победителей денежных сертификатов, которым уже в эту субботу во Дворце Республики на торжественной церемонии вручат по 1000 рублей. Но на этом подарки от Евроопт не заканчиваются. Впереди 42-й розыгрыш игры «Удача в придачу», который стартовал с 9 сентября и продлится по 22 сентября включительно. Уже 23 сентября среди наших покупателей будут разыграны внушительные призы, 200 внушительных призов на 1000 рублей каждый. А самым счастливым достанутся 3 автомобиля Renault Duster и уже 22-я квартира в респектабельном районе города Минска по улице Местровская, 3. Присоединяйтесь к игре. Покупайте в магазинах Евроопт, интернет-гипермаркетах, Е-доставка и Гипермол необходимые вам товары, включая любой товар удачи и используя дисконтную карту Е+. И помните, чем больше игровых кодов, тем выше шансы на успех. Но и это еще не все. Подарки ожидают вас как в игре «Удача в придачу», где розыгрыш призов проводит каждые 2 недели, так и в «Удача в придачу 2» – бонусной игре от Евроопт с возможностью моментального выигрыша. За каждые 10 рублей, потраченные в магазинах Евроопт, вам начислят игровой код и выдадут на кассе специальную скрич-карту. Стерев на ней защитный слой в соответствующем поле, можно выиграть крем-мыло, чай, а также сертификаты для покупок на 10 и 100 рублей. И в случае выигрыша забрать свой приз прямо в магазине. Никогда еще встретиться с удачей не было так просто. Не упустите свой шанс. Совершайте нужные покупки по выгодным ценам и выигрывайте призы от Евроопт каждый день. Мария Кронд, Александр Бутрим. Утро. Студия хорошего настроения.